Мы вчера утром говорили о шагах Крусада. Мы говорили о том, что каблук не должен подниматься очень быстро для того, чтобы выполнить эту так называемую в то время контракцию. Мы дольше держим каблук на полу и затем оттолкнемся позже. И вот эта тема каблука на полу, она применима и для в самбе, в фигурах, исполняемых в ритме три четверти и четверть целая. Потому что мы все знаем, что баунс создается коленями, а не стопой и голеностопом. И у нас есть ситуация, которая... Я очень хорошо помню слова Уолтера Лэрда, который говорил, что каблук поднимается с пола в баунсе, потому что вы выходите из позиции, переходя в новую. А не потому, чтобы вывести сознательно вас в эту позицию. И это все ясно. Однако, я считаю, что действие выхода из колена в ритме три четверти и четверть целая очень важно, что выпрямление колена имеет свое направление. Я всегда говорю ученикам, если мы будем считать по восьмеркам баунс, то 3 и 4 и 7, 8 3 и 7 всегда должны иметь направление следующего шага. Например, если мы возьмем виск, 7, 8, вот следующий шаг. А не просто на месте. И потом падая на раз. Где мой следующий шаг? Это скрещивание сзади. То же самое в вольте. Где мой следующий шаг? Вот туда. Where's my 5, 6, 7, 8, and not 1, 2. А не вот так. 4. Always in the step. And especially in a step like. И особенно в шагах. I'm not going to do the boat. Ну, я сейчас ботафогу не буду трогать пока. A samba walk, even stage. Самбо ход стационарный, например. My quarter beat is back there. Моя четвертная доля назад. Моя последующая приставка. А не вот так. So there is always a delicate. То есть все время есть вот это очень тонкое выпрямление колена в направлении следующего шага. Если мы об этом подумаем, то тогда нам удастся избежать очень-очень многих ситуаций, когда мы искусственно производим действия бедрами не в то время, в неправильный момент
шагов с баунсом. И я имею в виду, что если у нас есть стационарный самбо-ход, и мы знаем, что единственный шаг самбы в ритме три четверти, четверть целая, которая имеет наклон таза, это первый шаг ботафога и первый шаг самбо-хода, стационарный или боковой. Это единственный шаг, который имеет наклон таза. Все остальные шаги имеют нейтральную позицию таза при движении колен вперед. Но вот эти два варианта, два случая имеют наклон таза. И поэтому здесь меньше баунса, чем, например, виски. То есть, если я сейчас выполняю обычный самбо-ход, здесь, например, каблук уходит с пола, здесь придется его поднять, потому что снятие каблука перемещает вперед таз. Я не стою сейчас, не делаю приставку на двух носках. Если я делаю стационарный самбо-ход, в конце 8 каблук снимается для того, чтобы обеспечить подачу таза вперед. Но я стою на плоской стопе. Я приставляю стопы. Вот здесь перенос веса, и в этот момент у меня будет только наклон таза. Используя ягодичные мышцы, мы подаем таз вперед. Теперь момент, когда я выхожу из этого колена для диагонального шага назад. Я снимаю мышечное напряжение, которое вызвало подачу таза вперед. И дальше реакция в области таза. То есть, если колено начало выпрямление в направлении следующего шага, я автоматически получаю реакцию в этой части моего корпуса. На 4 я должен активизировать верхнюю часть тела. 4А. 5, и снова. И мы избежим очень многих проблем, понимая разницу между действием и реакцией, потому что действие в ноге, а реакция в бедре и верхней части тела. Тогда мне не надо делать вот так. И это большая ошибка. Потому что, во-первых, никакой восьмерки нет. Это нигде не написано. Если вы хороший танцор, на самом деле вы должны стараться этого избегать. Если мы специально хотим эту восьмерку внести в движение корпуса, там, где это надо, а не там, где не надо. Потому что в этом случае вы будете либо выглядеть
очень хорошо, либо совсем плохо. Здесь очень тонкие нюансы. Давайте попробуем. Прежде всего, давайте поговорим сейчас о выпрямлении колена в направлении следующего шага. Например, в виске. Сейчас пока о бедрах не думаете. Если мы начнем, ну, например, мы сейчас на мягком колене. Сейчас вы хотите выполнить следующий шаг в сторону. Вы выпрямляете колено там, где вы есть. Но если я буду выходить из колена в направлении следующего шага, выходим из колена там, где вы есть, или же, второй вариант, выходя из колена в направлении следующего шага. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что я считаю, что так называемое движение бедрами и работа корпуса на виске стала достаточно модной формой, и это часто рассматривается как действие меренги, а не реакция колена, толкающего себя в направлении следующего шага. В чем же разница? Если я вот так сделаю, в этом случае мне нужно, чтобы у меня нога была уже на полу, чтобы это случилось. Но другой метод предусматривает, что я отталкиваюсь в направлении следующего шага, и во время моего отталкивания возникает реакция в верхней части корпуса. Попробуйте понять. Это очень тонкая разница. Но для ваших учеников это может быть большой проблемой, потому что в одном случае баунс есть, а в другом случае баунса нет. И может быть, вот именно поэтому. Сейчас на конкурсах мы так редко видим баунс. Такое впечатление, что баунс на конкурсах запрещен. Не подумайте, что я воспринимаю баунс как вот эту игрушку йо-йо. Я не занимаюсь прыжками на батуте. Но мы все специалисты. И мы сразу должны видеть, есть ли в этой фигуре баунс или нет. Я считаю, что баунс теряется в последнее время из-за стремления сконцентрироваться слишком сильно на движении тела и не понимая разницы между правильным действием и реакцией. Может быть, это слишком просто, но если я делаю румба-ход, я делаю шаг, опускаюсь на бедро, из-за этого возникает действие бедер, потому что из-за шага с давлением вот это движение бедер – это не реакция, это собственное действие, а реакция. Например, если я делаю лок в ча-ча-ча после хода, не столько на 4, потому что здесь у меня, я могу поменять на нейтральную позицию несколько позже, но вот именно здесь, на выходе из задней ноги в следующий ход, вот здесь у нас движение ноги, что является основным для того, чтобы толкнуть меня вперед на следующий ход. И в этот момент возникает реакция бедра в эту сторону.
Exactly. Where the couples today and so many teachers then say, oh, you got to get the high hip, got to get the high. Пары сегодня говорят, о, надо, чтобы у вас было высокое бедро. И тогда возникает вот такая позиция, и мы не можем двигаться никуда. Поэтому нога становится всего лишь инструментом для того, чтобы создать подъем бедра. Но на самом деле любой танцор, опытный танцор, естественно, понимает, что вывод бедра – это реакция на шаг. И поэтому вот эта разница между действием и реакцией. Может, это все слишком упрощенно, но это мне помогает. Итак, если я вам говорю, что в виске у вас есть действие ноги и реакция бедра. Здесь нам надо снять это, но ясно совершенно, что бедро не должно прийти на противоположную сторону. На три. Я выпрямляюсь на правильном следующего шага. Следующий шаг – это скрещивание. И с давлением стопой на пол. Я могу стоять просто и выглядеть как памятник, или же я почувствую. Тайминг давления стопы на пол приводит к подъему верхних мышц ноги одновременно, как реакция. И эта реакция приводит к небольшому круговому движению в верхней части и тазе без необходимости выпрямить колени и разрушить латинский крест. Это также неправильно, как вот это в локстепе. Поэтому я должен быть здесь. Видите, у меня по-прежнему сохранился латинский крест. И затем я перехожу в нейтральную позицию. И это будет означать, что в виске есть реакция и действие воспринимающее. Используйте ноги для того, чтобы вытолкнуть себя в следующее направление. Это был только виск. Теперь я хочу перейти к очень рискованной теме – ботафога. No, because, and I tell you why. Я скажу вам почему. Because to me it is the only. Потому что это единственный bounced step, шаг с баунсом, where, где after the first step, so I have после one, первого шага. Now that is supposed to have a pelvic tilt because it's возникает наклон таза, подача таза вперед. Okay. Now, that is my standing leg. Вот это моя опорная нога. И следующий мой шаг должен выполнить туда. So my coming out. Поэтому я выхожу из этой ноги в направлении следующего шага. That means it's the first leg. И это означает, or the only leg I have to pass. Это единственная нога, которую я должен, которая должен пройти мимо. Now I'm on very dangerous ground. И здесь я касаясь очень рискованной темы, и это никакое не изменение техники, это всего лишь метод, но все равно очень рискованный. Самбо-ход, ход румбы. Не включились. That the straight
opening of this leg. Now we never know. Мы никогда точно не знаем, как сильно выпрямить колено. How straightened through is the knee in any of these movements? В любом из этих движений. One, two, three, starting, four. Начинаем выпрямление. Я никогда не нахожусь в позиции запертого колена. Но я могу менять скорость и интенсивность этого выпрямления для того, чтобы получить контрастность и динамику. Например, So I have a one, two, now I have a three, because I have to get past that step. Я должен пройти мимо этого шага, вот сюда, и затем переступить. So, and at one moment, again, just like because I do... И в этот момент, из-за использования этой ноги, я получаю действие. I'd almost like to say it's there, but it isn't. Может, не стоило об этом говорить, потому что на самом деле это очень опасная тема. Теоретически вы получаете здесь реакцию прежде, чем вы выполняете противоположное вот это движение, восьмерку. Major, small. Но это движение незначительно, а не так. I can just try again. First of all, you're straightening the knee in the direction. Прежде всего, вы выпрямляете колено в направлении следующего шага. Where is the next? Где следующий шаг? I mean, you're not going to stay here and see it was over there, and I'm not even going to have anything to do with it. Вы же не хотите сказать, что надо стоять здесь и потом перемещать ногу. Я начинаю сразу двигаться с частью веса в эту сторону. Where is it? Now, где он? In a forward pelvic tilted step. Здесь подача таза вперед на первом шаге. It's forward, so my spine is long. Позвоночник длинный. As I now go to come out of this, когда я сейчас выхожу из этого колена, я снимаю напряжение с мышц таза. Я расслабляю мышцы, но при этом, очевидно, должно что-то произойти внизу. Колено выпрямляется в направлении этого шага. Конечно, я могу попробовать задержать вес сзади, и у меня ничего не произойдет здесь. Но тогда у меня не будет свободы танца. So я позволяю возникнуть этой маленькой реакции. И здесь почти как толчок. И вот эта четверть доли имеет точно такое же ощущение, как виск. Здесь внутренняя часть стопы касается пола, активизирует верхние мышцы здесь, которые приведут к подъему бедра и небольшому повороту, и затем переступание. Вы можете сказать мне, насколько новым является вот это ощущение, когда вы это делаете? Это новое ощущение? Новое ощущение, новое понимание. Хорст вчера меня спросил насчет Ботафога. Ботафога так много разных версий. Даже, например, движение в сторону с меренгой, с давлением. That was a typical example. Это типичный пример. As you said, less aware of body at the time, the only thing one could think of was if I delay my. Если я сознательно затяну этот шаг,
для подачи бедра в сторону, тогда это движение будет выполнено в характере меренги, чтобы добиться где-то какого-то движения. Например, возвращаясь к виску, отталкиваемся и получаем эту реакцию бедра против другого варианта использования меренги, когда уже нога стоит на полу. Вы можете почувствовать, какая разница между этими двумя вариантами исполнения? И это очень важно для ваших учеников. Мы часто наблюдаем только давление ногой. И что очень важно, это по существу то же самое, что было в Крусада. Если я стою с опущенным весом в пол, у меня вот здесь как раз возникает очень естественное давление. И оно, вес направлен вниз. Возможно, конечно, использовать эту компрессию вверх. Вы что-то толкаете. Вы можете почувствовать, как вес вашего тела растекается. Очень странный пример. Но вы меня знаете. Okay, and so that's basically so whatever I now have now, whether it's my Botafogo going there. И любая фигура Ботафога, например. Of the same principle. У меня тот же самый принцип. And the same samba walk, zoom. И стационарный самбо ход. It's going and it's going there. Now, for example, this is again very important. Например, это еще раз, это очень важно. Just come here, man. How often do we not see a stationary samba walk? Мы очень часто видим стационарный ход. And I stay. И мы вот так остаемся. Zoom, boom, boom, boom. Yes? And I mean that I never even try, yes? Try to go. If I have a quarter beat. Вот это четверть доли с частью веса. Почему мы должны тогда держать ногу, показывать ее, если это всего лишь четверть доли? Я должен стремиться к ощущению вот этой быстрого движения части веса. И еще очень важно. Подходим вместе. Я хочу, чтобы вы потом это почувствовали, держа ладони вместе. Вот здесь подача таза вперед. И вот здесь в ладонях я чувствую, вот как работают эти мышцы. И с помощью этого толчка я могу вести, используя силу оппозиции. Партнеры, встаньте на правую ногу, партнерши на левую. Теперь выходим из колена прежде всего. Это означает, что вы начинаете двигаться друг к другу. Вы даете возможность каблуку опорной ноги медленно подняться для того, чтобы вызвать подачу таза вперед. Баланс ваш фактически на подушечке, когда вы приставляете ногу. Только, пожалуйста, не приближайтесь друг к другу носами. Ближе областью таза, потому что таз у партнерши идет вперед. Затем вы отходите. Вы чувствуете это? Вы чувствуете усиление давления? Еще раз сделайте, пожалуйста. Вот здесь у нас еще одно тонкое ощущение, что я хочу, чтобы вы поняли, что не должно происходить. Это разница между подачей таза, что создает усиленное давление
Если я сейчас сделаю неправильное движение бедром, у нас будет искажение. Мы вот этого не хотим иметь в танце. Мы выполняем движение бедром на выходе. Это совершенно другой тайминг между партнерами. Попробуйте. Сначала сделайте неправильно. Сделайте подачу таза вперед и восьмерку. И вот это. Двигаясь друг к другу. Это неправильно. А вот... Сейчас все нейтрально, здесь никаких движений. Движение бедра в сторону идет в тот момент, когда выходите из колена. Часто можно видеть, как очень сильно развернутое бедро возникает раньше, чем вы оказываете давление. Стопа развернута примерно на 1/8. И с давлением на стопу вы получаете вращение бедра. Вы не должны добиваться вращения сначала, а затем ставить ногу. С давлением вы реагируете. Но давление означает, что стопа должна иметь правильное положение на полу. И вот сейчас мы поговорим о связи между партнерами, потому что это идеальный пример того, что вызывает так много обсуждений. I'm going to get Anna here to just close her feet and stay on solo balance with me. I'm going to get her to... Баланс у вас сейчас самостоятельный. And then I say, I'm going to bring the couple to center. И мы сейчас как бы притягиваем обоих партнеров в центр. To opposite. А теперь наружу. I'm going to re-bring the couple to center. В центр. Очень просто. And what I always get in this, но что мы на самом деле видим? Вот это. Or, или? Yes, that the man actually think, oh, we're going to go at the same time. Партнер говорит, ну мы должны одинаково ведь двигаться. Just stay there, yeah. I'm bringing us in. Я приближаю нас друг к другу. Партнер – это центр ведения пары. Но одновременно и движущийся объект. Что вы должны приводить партнершу в движение раньше, чем вы сами поменяете направление. Если я вот так стою, ну-ка, баланс назад, за каблуки. Я перемещаю ее, прежде чем я двигаюсь сам. И сейчас то же самое. And then I go myself. So I'm the center. Я центр. But I also move. Но я также двигаюсь. We're not circus act. Мы же не акробатический номер исполняем в цирке. Now, stationary samba walk. Стационарный самбо-ход. Сколько раз мы видим на конкурсе, когда партнер двигается, а партнерша стоит? Я должен переместить сначала ее. I'm putting her in motion, then I go myself. Сначала я сообщаю движение ей, а потом двигаюсь сам. Yes? And this is a thing even. И вот еще один пример, в котором этот принцип действует. Например, открытый хип-твист. Я поведу тебя с внешней стороны.
В перекрученный хип-твист. Нет, 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 не так. Ну ладно, не волнуйся, я тебя поведу. Сейчас у нас тут будет Москва в реальном времени. Обычный основной ход. Я веду тебя наружу. И вот это видение наружу было абсолютно физическим видением. Отсюда видением руками. Как же это совместить с видением корпусом? Очень часто на высоком уровне танца корпус ведет, но плюс к этому руки делают еще больше. У нас обычная параллельная позиция на 4 раз. Я ее раньше послал на 2. Теперь, когда я перемещаюсь назад, она переступает. И вот это обычное перемещение следует только за тем, что я делаю рукой. В данном случае я думаю, что я хочу привести ее к задержанному ходу с компрессией. Я тут натягиваю эту веревку. Теперь я физически... Весь вес ее тела в позицию, опущенную на бедре, и у нее есть еще пространство для выполнения дополнительного движения. И теперь у нас противодействие. Это то же самое. Я не иду к ней, иначе она застрянет. Я подвожу ее. И теперь я опускаю ее на бедро. Здесь я следую за ней на веере. И окончание клюшки. Что я хочу, чтобы вы попробовали, это вот это ощущение после чекового хода вперед. Вот здесь. Очень медленно, шаг за шагом. Вот это почувствуй. Сейчас она на крючке, и это как веревка. Дима, ты пока попробуй с партнершей. Итак, основной ход, с основного хода мы выполняем. Что я ей передал при помощи своего видения? Это то, что партнерша после задержанного хода с компрессией, довольно быстрое движение, она выполняет шаг на мышце. То есть это именно шаг, а не ход. И когда одна нога проходит мимо другой, происходит легкое опускание на бедро. Боковой сплит, совершенно верно. Двигаемся дальше. Здесь у нас пол веса, но тем не менее бедро поднято. И в этот момент я создаю противодействие. Противодействие. И очень важно, чтобы партнерша вот отсюда выполнила браш и пошла. Затем опустилась на бедро, еще раз опустилась на бедро. Поэтому в этом месте партнер синхронизирует ее действие с ее противодействием, посылает партнершу на движение. Она медленно следует за мной. Дай вес, дай мне вес. Еще раз. Не надо опускаться на бедро, только дай мне вес. Мышечное опускание и затем выход в веер, да? Петра попросила меня попробовать с ней. И тут есть еще одна важная вещь.
когда мы говорим о движении тела, потому что движение тела в латине базируется на восьмерке, и это происходит, когда мы давим в пол или когда мы отталкиваемся вверх. Кроме того, у нас есть еще эмоциональное движение. То есть вот эти латиноамериканские движения всегда работают по двум дорожкам. Вперед, назад или в сторону, иногда в сторону. И у нас может возникнуть ситуация, когда я танцую с Петрой, я повел Петру, и здесь она слишком рано пришла на ногу, и тут она хочет спасти эту ситуацию. И тогда она начинает вот это эмоциональное движение телом, эмоциональное движение, интерпретация, что базируется на движении вперед и назад, как контракция и снятие контракции. И это ничего общего не имеет с опусканием на бедро или восьмеркой. И я считаю, что это очень важно, совместить эти два типа движения, потому что это и есть существо танца. Вот до сих пор все базировалось на восьмерке, а теперь я могу либо подтянуть ее, чтобы она оказалась в позиции на бедре, или же я могу попросить ее делать это медленнее, подняться вверх почти. И здесь, вы видите, она продолжает движение, пока я не говорю ей «опустись». И это может быть опускание либо в задержанный ход, либо в point. Хотя шаг вперед с поворотом занимает всего только полудоли в этом случае, дает мне возможность выполнить соединение. Вот от этого выхода веер, в котором я иду за партнершей, следую за партнершей, я делаю латинский крест, затем я ухожу рондом, и я должен сначала послать ее, прежде чем я отхожу, а не уйти и повести ее. И вот еще одна маленькая деталь. Когда дело доходит до того, как партнерша должна воспринимать это видение. Теоретически направление партнерши, когда мы вот здесь, и задержанный ход вперед, немножко выведи ногу сильнее, а сейчас она на крючке, и вот здесь я буду медленно делать, я тяну ее на шаг вперед. В принципе, то, что я хочу, это чтобы она выполнила твист с брашем ноги, и в этот момент я хочу, чтобы партнерша дала мне руку, вот так. Тогда я могу создать противодействие. Но это противодействие развивается в крючок. Развивается в крючок, потому что мы движемся в противоположных направлениях. Поэтому теоретически это очень быстро. Вот здесь. И это только очень быстрая позиция. Иначе мы потеряем это действие. Конечно, я могу сказать, что гораздо легче просто повести ее вперед, как шаг вперед с поворотом, но тогда, если я выполню этот шаг вперед с поворотом, еще раз вперед, пожалуйста, еще раз вперед, вперед. Если я это сделаю и поверну ее, то мы тогда потеряем этот вот визуальный эффект браш, вот этого, и вот этого, и вот этого.
degrees of how much it is. Okay? Какой бы степени ни было это движение выполнено. I'm gonna just come here again. So, I have that one situation. Вот у меня тут такая ситуация. Yes. Right. Boom. 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 Ну и очень легко вести. Я уже говорил Александру, мне кажется, что это характерная проблема у партнеров. Я говорил, что если партнер сообщает партнерше направление ведением, то это должно выполняться не кистью, а локтем. Локоть оказывается перед корпусом, и в этом случае партнерше гораздо легче понять свое направление. Okay. Да? Что значит короткая рука или длинная рука? Дело, конечно, не в фактической, физической длине. Длинная рука, короткая рука. Это принцип переноса веса. Даже если мы... Мы знаем все, откуда это появилось. Много лет назад мы меняли все время позицию на запястье, и тогда Уолтер Лэрд сказал, что у нас гораздо больше шансов на ошибку и потери связи, особенно когда у нас фигуры, в которых не надо конкретно вести. И тогда партнер становится слишком независимый. И вот здесь у нас тогда упражнение на длинное запястье, и партнер держит за запястье. Но даже если мы будем держать за запястье, у нас могут быть короткие руки, длинные руки. Отойди совсем, вытяни руку. Она чувствует, не чувствует себя связанной, и кроме того, вот что совершенно никогда не должно меняться, это то, на что нацелено, направлено, сосредоточено ведение партнера. Если я хочу вести ее на какое-то движение, слушайте, если я хочу вести ее на какое-то действие, когда, например, там нет танцевальных движений, танцевальных шагов, то тогда я могу вести ее просто рамкой, как единый блок. Но если я должен вести ее на движение бедер, на ход, танцевальный ход, то тогда я должен, мое видение должно сосредоточиться на бедре, бедро к бедру. И если у партнерши вытянута рука, у меня нет абсолютно никакой связи с бедром. И это логично. Поэтому я должен, если она дает мне сопротивление, вот теперь я могу чувствовать ее позвоночник и бедро. Мы очень часто слышим, и у меня часто такое встречается. Я максималист по поводу того, как партнерша и насколько партнерша должна отвечать мне на мое видение. Может быть, я не прав, но насколько я могу ей манипулировать при этом? Я не хочу ограничивать ее собственную свободу, если она захочет, если это необходимо. Но я хочу давать ей сигнал. Я хочу начинать. Это ее свободное перемещение. И говоря об этом, часто у меня встречаются партнерши, которые так сильно сосредоточены на этом сопротивлении, что они вкладывают слишком сильное сопротивление в связь для того, чтобы угодить принципам.
И тогда я говорю, пусть лучше будет так. Пусть лучше будет так, пока ты учишься. Потому что, когда наступит день, когда ты сможешь достичь того уровня, что ты будешь играть с этим, тогда тебе не понадобится такое сильное физическое сопротивление. Мы все знаем, что у нас есть пары, но они берут уроки и у нас, и у других учителей. Но у вас всегда есть пары, которые рассматривают вас как основного тренера. А если вы основной тренер, то вы должны определять развитие и прогресс пары. И если вы считаете, что эта пара должна учиться связи, ведению на более высоком уровне, то вы говорите, то вы должны пройти через определенный период, когда вы будете применять слишком значительную физическую силу. Может, это будет 6, 8, 10 месяцев. И потом эта пара идет, берет уроки с кем-то другим, и тот другой педагог говорит, да уберите это все, это слишком много, все должно быть естественным. И тогда этот учитель... Нет, ну, скорее не учитель, а пара сама должна сказать, простите, мы просто учимся новым принципам, и мы еще пока не достигли такого уровня, когда мы можем выполнить это правильно. И, может быть, это ощущается слишком физически сильным. Но нет, они молчат, и они настолько глупые, что убирают это физическое усилие. Они приходят снова ко мне и говорят, нам велели все убрать. И я говорю, нет, вы это оставьте, пока не научитесь делать это как следует. Поэтому не изменяйте неудобные вещи, пока вы учитесь. Пока вы не станете хозяином ситуации.